Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. И на мой взгляд, безусловно, присутствует вот это вот, скажем так, физиологическая сторона вопроса, вне всякого сомнения, она присутствует, и она имеет место, как мне кажется, быть. Но также мне кажется, что помимо этого есть еще аспекты психологические. То есть вы можете посмотреть, были ли у вас подобные проявления в прошлом. То есть имеется в виду, такое ваше физическое состояние, да, было ли оно раньше. Если было, если у вас была такая активность, то сейчас она себя, я бы сказал, просто проявляет, то есть это абсолютно нормально, как мне кажется. И в таком случае вам действительно нужно решать вопрос исключительно с точки зрения физиологии своей. Вот. Но если подобных проявлений у вас не было, то есть если вы не чувствовали подобного раньше. Почувствовали только сейчас, например. То есть, вы именно чувствуете это после проявления, после появление некоторого запрета, скажем так, то мне кажется, что в таком случае, вот именно в случае, если вы почувствовали это именно вот в таком контексте, я думаю, что здесь у вас есть только психологический такой аспект запрета, и все. То есть у вас именно вот вам болезнь всего именно то, что имеет место быть какой-то запрет, какой-то ограничитель. Вот. Для вас именно этот аспект тяжелее всего воспринимается. Вероятно. Вероятно, повторюсь, я не хочу утверждать наверняка, потому что наверняка я не знаю и не могу этого знать, как мне кажется. Восприятие вами того, что происходит с вами, как запрет, вполне может быть. И последующая реакция на это,
также может себя проявлять. Поэтому реакция на запрет и, соответственно, бунт против запрета может проявляться по себя вот в таком не очень хорошем, да, не очень позитивном ключе. Поэтому я бы сказал, что имеет смысл здесь поисследовать вот этот аспект. Имеет смысл здесь поработать вот в этом направлении. Именно вот в направлении восприятия вами того, что сейчас с вами происходит. Соответственно, уже дальше можно будет о чем поговорить, соответственно, уже дальше можно будет вам как-то помочь, вот. Соответственно, дальше уже можно будет что-то для вас сделать. Вот. То есть я имею в виду как-то вот увидеть, что конкретно вас тревожит и что конкретно вас напрягает, например. Если мы говорим именно вот в контексте этой истории. Я не в курсе всех нюансов. То есть тоже хотел бы, чтобы вы это понимали, наверное, что я не в курсе всех ситуации, которые у вас сейчас происходят. Не в курсе их. Соответственно, я не могу знать, в каком состоянии находитесь, какие у вас особенности. Особенности именно вашего состояние сейчас, на данный момент, что вам можно, а что нельзя, да, потому что тут тоже могут быть некоторые вот свои нюансы, тут тоже могут быть некоторые свои аспекты, и, может быть, о каких-то аспектах вы не знаете. Вот, поэтому мне кажется, что нужно постараться максимально, что называется, корректно это выявить, то есть вам, может быть, имело бы смысл проконсультироваться со специалистом. Вот, может быть, имело бы смысл поработать именно вот такое, знаете, информационное, что называется, да? То есть вот получить информационную такую поддержку здесь, потому что вы, может быть, чего-то просто не знаете, может быть, может быть, о чем-то вы просто не догадываетесь. Вот. А это, соответственно, есть, и, соответственно, учитывать эти факты, на мой взгляд, необходимо. Вот. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду здесь.
Вот. Поэтому вам на самом деле, возможно, нужен специалист, врач, вот, который дал бы вам всю информацию по данному вопросу. Вот. А я пока что вижу только, ну вот, с точки зрения психологии, я вижу пока только реакцию на запрет. Вот. То есть вот, ну вот так вот вы реагируете на запрет, к примеру. И сказать, что это что-то ненормально, ну, я не могу, потому что действительно порой люди реагируют на запрет очень болезненно. Вот. Что бы я вам порекомендовал, наверное, вот, ну вот в первую очередь, что бы я порекомендовал, на что бы я обратил бы внимание ваше. В первую очередь я бы обратил ваше внимание, пожалуй, на нервное напряжение. То есть, насколько вы напряжены. Дело в том, что если вы напрягаетесь, если у вас есть, такое вот психологическое напряжение, если у вас есть, вот, то, конечно, вы будете реагировать, ну, довольно-таки тяжело, как мне кажется, довольно-таки тяжело вы будете реагировать, потому что очень часто как раз таки повышенная либидо возникает, когда у человека нервное напряжение. Вот, когда человек нервничает, когда человек испытывает какой-то, может быть, стресс. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам как раз-таки посмотреть на то, вот если можно, то какие-то элементы стресса убрать, если это возможно, конечно же. Не всегда это возможно, безусловно, не всегда есть такая возможность, не всегда есть такой ресурс, вот. Но, тем не менее, вот, как бы это важный момент, потому что это может увеличивать, как бы, ваше влечение. Вот. Да, сублимация работает, конечно, не всегда. Не всегда и немного вот, ну, может быть, не так, как хотелось бы, например. Вот. То есть тут по-разному бывает. Вот, я бы на самом деле
не уделял бы сублимации вот много внимания, потому что как бы можно, в общем-то, очень неплохо так себя потерять. Вот. Ну, в этом смысле. Поэтому я бы не рекомендовал прям вот прям, ну, увлекаться сублимацией я бы не рекомендовал. Вот. То есть я бы, конечно, обратил бы вот, ну, обратил бы ваше внимание на вот такие вещи, вот, как возможность, вот, ну, в какой-то степени, да, переключить свое внимание на, вот, ну, по возможности, на что-то другое. Но важно понимать, что не всегда есть такая возможность. Во-вторых, дело даже здесь не столько возможности, вот, сколько в целесообразности подобного. Вот, и как бы, ну, наличие или отсутствие вреда. То есть вот, ну, как бы так сказать, соотношение, я бы сказал, вот, пользы и вреда, вот, потому что не всегда сублимация дает ту самую пользу, которую, ну, которую должна бы давать. Вот. Поэтому тут есть вот некоторые нюансы определенные, вот. И соответственно, я бы на эти нюансы бы обращал бы внимание, в первую очередь. Именно вот на эти самые нюансы обращал бы внимание. Вот, смотрел бы на то, что по факту там происходит, да, потому что, ну, насчет влечения, это понятно, да, тут, то есть, тут как бы есть элемент запрета, вот, я об этом уже говорил, есть элемент запрета, вот, и момент в том, что запретный плод сладок, вот это все, вот, это как бы, ну, само собой разумеющееся, это понятно, вот, но есть, как бы, и есть другие моменты, есть другие аспекты, и, на мой взгляд, как бы с ними тоже как-то вот нужно считаться, да, вот, там, ну, на мой взгляд, повторюсь, по моему мнению, да, это так, вот, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы вот были, ну, к себе, скажем так, ну, более внимательно, чтобы вы были к себе более, ну, более чувствительны, что ли, ну, вот, позволяя себе чувствовать, да, то, что вы чувствуете, вот. Поэтому мне кажется, что именно вот где-то на определенном таком стыке, где-то на определенном стыке, вреда и пользы, вот, лежит ответ ваш, ну, ответ на ваш вопрос, по сути, как мне кажется, вот. Соответственно, ну, конечно, есть нюансы, безусловно, есть нюансы, вот, мне не кажется, такой вот, знаете, хорошей идеей, прям вот, ну, бежать и все себе разрешать, вот, то, что вам, там, к примеру, нельзя, то, что вы, там, к примеру, то, что вам
к примеру, нанесет откровенный вред, да, вот, мне кажется, это, конечно, не очень хорошо будет. Но посмотреть на то, какие у вас реально есть варианты, да, посмотреть на то, что реально вы можете. Вот. Мне кажется, что это вполне возможно и вполне, ну, вполне приемлемо для вас. Ну, вот, вот. Я бы так сказал. Я бы так сказал. Вот. То есть я, ну, небольшой, наверное, все-таки сторонник вот каких-то таких откровенных, да, запретов. Вот небольшой сторонник таких вот директив. Вот. Хотя понимаю, что иногда без них, наверное, не обойтись. Вот, и я понимаю, что, ну, ситуации бывают разными. Вот, но мне все же кажется, что, ну, вам имело бы смысл к себе вот постараться, ну, постараться быть более внимательной, да, и, может быть, в какой-то степени более как бы изворотливый, более гибкий. Вот. Если ставить цель, например, допустим, все-таки, ну, как-то вот получать удовольствие, да, от жизни, вот, даже с учетом вот тех проблем, которые у вас, может быть, есть сейчас, на данный момент, вот. Поэтому я бы предложил начать с чего? С предоставления большего количества информации, в первую очередь. С уточнением того, что можно, а что нельзя конкретно, потому что то, что вы говорите при всем моем уважении, это не конкретно. То, что вы говорите, это, ну, я бы сказал, это очень приблизительно, я бы сказал. Вот, и я бы начал с исследования, то есть вот, вашей потребности, вашем желании, да, что там, в принципе, есть еще. Вот, может быть, там какая-то есть злость, например. Может быть, там есть какая-то обида, например. Может быть, там есть какие-то еще чувства, которые вы могли бы, ну, не заметить, например. Если, ну, допустим, если бы не психолог, вот, и, может быть, у вас получится на что-то переключить внимание, но не с такой мыслью, что вот я сейчас, значит, ну, как-то вот буду сублимировать, да? Вот. А именно с такой мыслью, что я это делаю, потому что, ну, условно говоря, мне этого хочется, вот, мне там что-то понравилось и так далее. Вот из такого чувства, из такого
из такой мотивации можно это сделать. Поэтому смотрите сами. Вот у меня к вам, конечно, есть сочувствие. То есть, ну, безусловно, эта ситуация вызывает сочувствие. Вот. По-другому и быть не может. А вот, но нужно подходить все-таки к этому вопросу обстоятельно. И не торопиться, а то действительно можно себе навредить. Действительно можно нанести себе вред и потом много раз жалеть, много раз жалеть о том, что вот, что, ну, поступил, вы поступили вот каким-то образом, таким, которым, ну, можно было бы не поступать, вот, так как, вот, то есть это важна именно внимательно, ага, ну, ваша внимательность к себе, чтобы вы сами отдавали себе отчет в том, что вы делаете, вот, чтобы вы сами отдавали себе отчет в том, чего вы хотите, например. Вот. И цена. Вот. А такой какой-то ответ. Хочется вам сейчас дать. Вот. Больше, наверное, не получится на данный момент, потому что все-таки мало информации достаточно, вот, и больше не получится, потому что, ну, мне кажется, что, это уже будет, ну, такое, знаете, придумывание, засовывание спать. Вот, мне не кажется это чем-то хорошим. Вот, мне кажется, это чем-то правильным и уважительным, самое главное, по отношению к вам. Вот. Поэтому на этом я предлагаю остановиться пока что. Вот. Я предлагаю пока что остановиться на этой информации, вот, которую, ну, вот, вы получили от меня и от моих коллег, вот, относиться к этой информации достаточно осторожно, вот, достаточно аккуратно относиться. Потому что, ну, можно нанести себе вред, вот, поэтому не торопитесь, и смотрите на то, как вот у вас протекает вот это состояние неудовлетворенности. Наверное, это чуть ли не самое главное здесь, самое важное здесь. Потому что именно оно, именно это состояние, вот его
особенность его природы, этого состояния, вот, является для нас с вами как бы центром того, что вот с вами происходит. И, соответственно, если мы хотим вам помочь, то нужна любая информация по данному вашему состоянию. Вот. А даже если вам, условно говоря, ну, сложно, условно говоря, даже если вам тяжело и трудно, например, об этом говорить. Вот. Как-то так. А на этом все, пожалуй, пока что. Я думаю, можно пока закончить мой ответ. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что вы для себя чего-то нового узнали. Надеюсь, что что-то интересное вы для себя почерпнули из моего ответа. Вот. И надеюсь, что вы сможете дать вот какую-то обратную связь на мой ответ. Вам это позволит начать работу над собой. То есть это позволит вам вот что называется, ну как-то вот двигаться дальше. Да? Вот, в осознании себя и так далее. Вот. Все, на этом удачи. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью.